Всем привет! Вы на канале художницы Натальи Рязановой. В этом видео я продолжу вам рассказывать о морской серии картин. Море вдохновляет на перемены в жизни, учит держать душевное равновесие, погрузимся в красоту подводного мира, разнообразие форм и цвета. Парусник. Парусник – символ перемен, благоприятных изменений в жизни, символ изобилия и достатка. Ветер перемен приносит нам новые идеи, новых людей, новые возможности. Он дует периодически, только мы его не замечаем. Есть такое выражение: «Я не могу изменить направление ветра, но я могу направить свои паруса так, что всегда будут достигать своих целей». Для меня парусник – это мужской символ, символ надежности, покорения новых берегов, гармония. Чтобы жить счастливо, нужно жить в гармонии с собой, окружающим миром и природой. Если не нарушать законы природы, ты развиваешься гармонично. Такие законы, как всегда учиться чему-то новому, чаще бывать на природе, выполнять физические нагрузки, быть благодарным, не копить обиды и ценить то, что имеешь. Лучшее проявление гармонии, на мой взгляд, это природа. В ней все гармонично, и каждый элемент выполняет определенную функцию. Для меня гармония – это женский символ. На картине я изобразила девушку, бегущую по волнам. На мой взгляд, женщина должна быть такой же легкой, как морской бриз, вдохновлять мужчину на покорение новых целей. Подводный мир. Подводный мир таит в себе множество загадок, как и человеческая душа. В голубой толще воды живут удивительные морские обитатели. Чистая прозрачная вода, снующие яркие и разнообразные юркие рыбки различных форм, цвета, кораллы. Кораллы подобны кустикам с множеством веточек. Они растут год от года, подобно деревьям. Пестрят различными оттенками от приглушенного розового до насыщенного красного. В морских и океанских водах обитают существа, встреча человека, с которым может привести неприятности. Крылатка имеет яркие, пестрые плавники, подобно перьям, предназначенные для обороны и охоты. В них таятся острые шипы, покрытые ядом. Акулы предпочитают вести одиночный образ жизни и не собираются в стаи. На мой взгляд, подводный мир, как человеческая душа, таит в себе как и прекрасное, и вместе с тем и что-то страшное. Как у любого человека есть что-то хорошее и плохое. Я желаю вам не бояться погружаться вглубь своей души, изучать себя. Женщинам желаю быть такой же легкой, как на картине. Гармония, словно морской бриз, вдохновлять мужчину. И мужчинам я желаю быть надежными и всегда видеть свою цель. Подписывайтесь, ставьте лайки.